Мы все знаем, как важны значки видео. А что если бы мы могли проверить, как они будут выглядеть на YouTube в сравнении с вашими конкурентами еще до публикации видео? Ага, мы можем помочь с этим. VidIQ. VidIQ. VidIQ.com. Чтобы перейти к инструменту предпросмотра, все, что вам нужно сделать, это убедиться, что VidIQ установлен, и загрузить видео. Вы увидите вот этот новый инструмент справа на странице загрузки. Введите в поиск тот запрос, по которому вы хотите быть найдены, нажмите кнопку, и мы покажем вам макет того, как ваше видео со значком, заголовком и описанием будет выглядеть на фоне видео ваших конкурентов. Вы можете или промотать этот список вниз, чтобы сравнить с большим количеством видео, или нажать на кнопку с экраном справа, чтобы посмотреть, как ваши видео будут выглядеть на планшетах или смартфонах. Эта функция показывает соревнования с теми видео, о которых вы уже знаете. Но что о случайных зрителях и настройках поиска? Об этом мы тоже позаботились. Эти две вкладки вверху слева позволяют вам переключаться с предпросмотра экранов поиска на главные страницы. Главные страницы покажут вам случайные коллекции видео, именно так, как они могут возникать на вашей главной странице на компьютере, планшете или смартфоне. Это отличная возможность увидеть, выделяется ли ваше видео на фоне других, чтобы привлечь внимание потенциальных зрителей, в том случае, если они сами не уверены, что хотят посмотреть. Еще парочку штук, о которых вам стоит знать, если вы выберете вкладку «Поиск», здесь есть еще переключатель того, хотите ли вы видеть ваши ключевые слова, выделенными на экране предпросмотра. А на главной странице вы можете включить или отключить опцию «Показывать вам случайные видео» из вашего листа конкурентов или случайные видео из истории вашего поиска. Если вам кажется, что значок, заголовок и описание не работают так, как вам хотелось бы, вы можете сразу это поменять и сохранить. Всем привет, я Роб, добро пожаловать на VidIQ, инструмент канала Академия, который учит вас на вашем пути покорения YouTube. Чтобы не пропустить самые актуальные YouTube-советы и трюки, не забудьте подписаться на наш канал и сделать вот так, чтобы всегда получать уведомления о наших новинках. Цель инструмента предпросмотра в том, чтобы убедиться, что у вашего контента есть абсолютно все шансы быть замеченным на YouTube еще до того, как вы нажали кнопку «Опубликовать». Именно поэтому мы разместили его на самом первом экране загрузки, но вы также найдете его на странице редактирования. Он примерно в том же месте в деталях видео. Мы также разместили кнопку предпросмотра под предложенными значками видео и во время загрузки, и во время редактирования, как напоминание об этом инструменте. Также на этой странице вы обнаружите лучшее время публикации вашего контента, наша панель с оценкой SEO, которая измеряет ваши метаданные, и видео-чек-лист, чтобы убедиться, что вы сделали все шаги правильно. А наш инструмент с рекомендацией ключевых слов предлагает слова и фразы, которые вам стоит добавить в ваше видео, чтобы убедиться, что ваш контент виден большинству зрителей. И это только на странице с деталями видео. Наши инструменты повсюду. Серьезно, если вам нужна поддержка в вашем пути на YouTube, у нас есть инструменты, которые помогут вам исследовать YouTube, проанализировать любое видео на платформе, провести аудит собственного канала и предпринять именно те шаги, которые помогут вам привлечь больше просмотров и подписчиков. Ссылка на скачивание в описании, а загрузка абсолютно бесплатна. Инструмент предпросмотра видео доступен всем пользователям VidIQ в тестовом режиме. Но чтобы получить полный доступ, вам понадобится VidIQ Boost. Но есть тысяча причин, чтобы воспользоваться этим апдейтом, в том числе другие инструменты, плюс доступ в VidIQ Академию, который выведет ваши знания на новый уровень. Дайте нам знать, что вы думаете об инструментах VidIQ в комментариях к этому видео, а чтобы больше узнать о инструментах VidIQ для развития вашего канала, посмотрите на плейлист вот тут. Спасибо вам за просмотр и, конечно, хорошего вам ютуберского дня!